Клиентская служба управления пенсионного фонда принимает граждан только по предварительной записи. Список доступных услуг. Пособие на погребение, назначение страховой пенсии по старости, назначение ежемесячной выплаты из материнского капитала, установление единых денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения. Такой режим работы будет действовать до окончания особого режима в Московской области. Телефон горячей линии Сергиево-Посадского управления 8 496 549 21 04.